вас зовут? Оля. Олечка, вы откуда и кто вы по профессии? Я художник из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода? Да. Художник, работает с токсичными красками, печень свою мучает. Олечка, какой же второй секретный, прекрасный суперпродукт для печени мы сюда положили? Может быть, яблоко? Опять яблоко. У нас навязчивое яблоко. Ну, открывайте. Что это такое? Можете попробовать, вдруг узнаете. Может, унесем? Вряд ли. Нет, не едим. Ну вот скажите, экзотический вообще это продукт для России или нет? Нет. Не экзотический? Нет. Думаете, встречается? Ну что это? Что это такое? Что? Ягоды. Нет, это не ягоды. А что же? Ягоды, конечно. Только какая? А, может, калина, малина. Нет, калина. Какая калина? Кто знает? Не барбарис, барбарис очень кислый. Этот абсолютно сладко-пресный. Это ягоды годжи, так называемые. Ничего себе, я думал, он скажет что-нибудь простое. Это ягоды годжи. Я говорю дальше. В России, на самом деле, этот кустарник в России тоже есть. Его носит название, внимание, дереза обыкновенная. Это коза-дереза? Дереза обыкновенная. Или варварская, барбарис. То это барбарис. Нет, нет, это второе название этого, да. А, слово барбарис этой ягоды, а во всем остальном мире они называются ягоды годжи. Да. То есть это не экзотика. Ну, в России эти ягоды есть тоже. Это не экзотика, и флавоноиды, которые содержатся в этих ягодах, выводят лишний жир из нашего организма. Тем самым они, во-первых, помогают печени этот жир не накапливать, а уж если жировой гепатоз наступает, то они помогают извлекать жир из гепатоцитов, из клеток печени. Вот прежде чем мы пойдем опыт ставить, я всем хочу сказать одну простую вещь. Печень жир считает ядом и прилагает максимум усилий, чтобы его растворить, разложить и так далее. Поэтому если вы жир едите и имеете лишний вес, значит, вы свою печень мучите. Вот эта ягодка, годжи, она же дереза, она же практически барбарис, она с этим борется. Она не дает лишнему жиру попасть в печень. Пойдемте ставить опыт, а я пока напомню нашим зрителям, все, чего вы не успели услышать или записать в нашей программе, вы найдете в газете, которая называется «Телепрограмма». У нас сосуд, огромный артериальный сосуд, хороший, красивый, но, увы, в нем содержится уже избыточное количество холестерина. Видите, вот эти жировые, такие мощные включения, они внутри сосуда. Для того, чтобы они не оказались внутри клеток, или не оформились в атеросклеротическую бляшку, или не запаслись печенью, не запаслись, а печень пытается убрать этот жир из нашего организма. И он откладывается в клетках печени, тем самым убивая ее. Так вот, ягоды годжи или дерезы обыкновенной способствуют выносу этого жира из кровеносного русла. В результате вот эти тонны жира не попадают в печень. И печень наша не страдает от бесконечного разрушения жира. Мы живем здоровыми, красивыми и прекрасными. Бросайте жир на пол.